Итак, уже сотая партия. Гамбит Мора. Гамбит Мора. Мы никогда не давали гамбите Мора мат конем основном. Ну, с войной. Сейчас дадим. Нет, до этого. Нет. Ой. Есть шанс, кстати. А, кстати, да. Такие ды еще. H3? Нет, H3 не работает. Вот сейчас H3 будет работать. Да, уже все, уже момент упущен, видимо. Ты мудак. Но зато у нас конь классный. Не, ну все, шанс хорош, позиция подавляющая. Ну, ходы вроде H6 это... B5 хочет. Не знаю, чем B5 дает, собственно. Хочет. Что-то, мне кажется, где-то подвыпустил. Да не, приветствую, был большой, остается. Просто с точки зрения нашей вот бизомат. Ну, где я подвыпустил? Какой момент? Вот покажи. Ну вот это здесь, наверное, же. Вот тут как? На D6 не играть. Что ну, делать? Да. А что делать? Не знаю, что-нибудь делать. Да не, не думаешь, что-то подвыпустил тут. Слона подвыпустил. Кардан. Ну все, он больше не будет играть. Что-то у нас какой-то скучный ролик получается. Сейчас все будет, смотри. Нет, пешкой не надо. А, вот можно было бы конем на проходе его брать, было бы замечательно. Хочу пешкой, хочу там еще что-нибудь пожертвовать. Давай. Давай, ну, вообще-то коня... Ты мат просто хочешь здесь красиво? Здорово. Мне все не работает, почему запас, если честно. Чего это? Это не работает. По-моему, это заработало, нет? D7 вот это вот мощно. В твоем стиле. Привал на все. Ну нет. Ну как он мог? Такую атаку обломал. Вообще, конь был ужасен. Смотри, какой есть отскок конем. А, кстати, это работает? Да, работает. Сейчас мы получим двойной мат. Считается. И? D1, D8, ферзь. Отлично. У нас получилось вот такое вот интересное эндшпиль. Ну, безнадежно абсолютно так-то. Ну, теперь да. Он будет играть. А, у него мало времени не будет. Очень мало. Все, бей на F7. Сейчас пойдет опять от... Нет. Так, поверь, насколько это корректно. Мы имели лишнюю фигуру и плюс 2. Потом мы имеем плюс 1. Ну, ли. Пепус веселого хода D7 минус 6. Теперь нули, теперь мы выиграли. Фантастика. Ну чё, в общем, все.